Артак Бегларян, что это, как не геноцид, при поддержке международного сообщества. В Арцахе осталось несколько тысяч человек и, кажется, все ждут своей очереди, чтобы побыстрее уехать. Об этом написал в своем микроблоге в Ха экс госминистра Арцаха Артак Бегларян. Остальные либо в Армении, либо в пути. Никто не готов жить в условиях рабства и жестокой угрозы Азербайджана что это как не геноцид при поддержке международного сообщества, отметил Бегларян.